Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Забираем свою награду. Дальше открываем колоду. Так, смотрим, что нам тут достанется. Макмен, собственной персоной. Отлично. Так, забираем здесь награду. Дальше у нас серия испытаний. Давайте посмотрим, во-первых, где я сейчас нахожусь. Ага, в Лиге Сёгунов, ранг 14. Слушай, интересно, а мы за эту... Хотел сказать неделю, за эти три дня, два дня сможем попасть в Лигу Мастеров 3 звезды? Я немножко сомневаюсь, если честно. Но очень бы хотел сюда попасть. Да? Фуловую награду получить. Так, ну что, начнем, наверное, с серии испытаний. Нам нужно пройти, чтобы получить все наградочки, все наши откатики. Ну, все как полагается, да? Потом пойдем на арену. Сегодня еще испытание у нас. Я уже, правда, не помню на кого. Ну, сейчас мы разберемся здесь со всеми, и дальше уже будет видно. Так, минус Крис. Так, минус, ага, не минус. План футается, падай давай. Так, давай-ка мы тебе этого бомбанем. Отлично. Так, переходим на вторую волну. Ага, здесь. Слушай, массовую атаку, наверное, применим с тобой, да? Именно от Усаги. Усаги делает свои чук-чук-чук-чук козырные удары катанами. Так, наверное, нет, Хана. Хана нужно завалить, потому что у нас на Рокзаре, ты видишь, здоровья не очень много. Ну-ка, бросим когти. Есть. Так, ну что, минус кланфутвиц. Муха остается, нам надо было подлечиться, наверное, скорее всего, да? Ну ладно, фиг с ним. Погибнет, нет? Погибнет. Ну что, прошли мы с тобой серию испытаний, забираем с тобой награду. Дальше нам нужно искать что? Нам остается немножко найти для того, чтобы у Армагона прокачать броню. Немножко деталей. Так, давай здесь заберем наградочку нашу. И сразиться, конечно же, в боях. В трех сложных и в 10 легких. Вот он, Армагон. И вот нам не хватает 9, по-моему, что там нам надо найти? Очки. Ну, давай, давай, попробуем с тобой найти эти очки. С ними проблем, по идее, никогда не было. Вот они выпали еще раз. Единственная проблема — это с телепортами. Вот. С ними, да. Они сейчас, если закончатся... Слушай, ну у нас, по-моему, сейчас есть задание. Как раз мы можем их с тобой насобирать. Там не так уж и много, но нам, думаю, хватит, да? Опа, телепортик один. На халявку заработали. Да что вы мне даете вентиляторы? Они мне нафиг не нужны, ваши настольные вот эти вентиляторы. Дайте мне... очки. Блин, какой-то горелый, а. Вентиляторы все. Это хоть ты тут тресни. Может быть, нам вот здесь вот учебники. Ай, да. Не получилось у нас с тобой найти. Сколько там не хватает? Нет, подожди, да я гляну вначале. Нам не хватает, блин. Сколько там еще? Угу. 6 очков. Твою ж налево. Ладно, заберем тогда награды здесь. И поднять уровень персонажа. Кого будем повышать? Давай-ка глянем. Так. Тигра можно, кстати, немножко пропать, да? Я думаю, кстати, это как вариант. Ну-ка, давай. Два уровня ему поднимем. 64-й левел он получает. Забираем остатки. И, друзья мои, идем сразу же прямиком на арену. Вот здесь я телепорта набью. Сколько там еще? 18 часов. Отлично, время есть. Испытание у нас сегодня. Черепашья буря и плюс платиновая. Насчет платинового не уверен. А черепашью бурю, наверное, надо пройти. Попробовать. Давай-ка мы начнем, наверное, с нее. Так, кого нам дадут? Да, блин, ну вы серьезно, что ли? Ну почему? Ну почему вы даете, блин, не то, что нужно? Мы с тобой только можем, наверное, от силы пройти тут 4 волны. От силы пройти только это испытание. И то под большим-большим, ребята, вопросом это все. Так, нам нужно с тобой, наверное... Тихо-тихо. Начать с уничтожения Микеланджело, потому что он у нас любитель, да, делать уклонения. Но не в этот раз. Слушай, Рафаэль, ты достал уже меня атаковать-то? Так, минус Лео. И остается Донателло. Донателло замедленный, поэтому он не спешит сделать ход. Переходим с тобой на вторую волну. Блин, тут тоже хитрецы еще те. Посмотрим.
постепенного урона, жалко, не повесили. Давай сделаем, наверное, доп. Защиту. Вот таким вот образом. Выпустим с тобой волну. Майки упал, то есть они лишились хиллера. Так, этот, наверное, дуплится. Давай попробуем Рафаэля с тобой вальнуть. И Леонардо. Смотрим. Так, Лео на атаку. Эти падают. Тигр, добей, пожалуйста, его. Есть. И третья волна. Угу. Ну что ж, давай тогда сделаем вот так вот. Контратака вообще ни на кого не повесился, а? Ты посмотри. Так, Донни блокируем с тобой. Отлично. Добиваем тут же. Слушай-ка, здесь, наверное, Леонардо надо подбить, потому что он у нас провокатор. Я не хочу, чтобы он вставал в стоечку. Есть. Так, здесь. Слушай, ну они 60 уровня, мы с тобой пока идем очень даже круто. Так, что он там будет делать? Ага. Ну, месть, она тебе здесь не понадобится. И мы переходим. Ага, черепашки, классика. Бросаем бомбочку. Дальше коготочки, наверное, на Рафаэля, потому что он лечит. Дальше попробуем Леву завалить. Не вышло. Ну, вот так вот Крис добил. Здесь расстреливаем Майки. И остается Донателло. Смерть с небес. На тебе. Ну что же, здесь у нас с тобой все очень даже неплохо получилось. Но опять же повторюсь, что здесь они были 60 уровня. То есть преимущество было за нами. Хотя тигр был 64-го. 60 бакинских, кстати, заработали. Ну что, посмотрим, кто у нас здесь. 70-й левел. Может быть, нам убрать отсюда тигра? Нет, я не хочу никого убирать. Пускай он остается в нашей команде. Здесь 100% нам не получится пройти на 3 звезды, даже если я уберу тигра. Начинается с классических черепашек. Ты видишь, да, уже урон-то какой, а? Да, ребята, урон уже еле-еле наносим. На атаку, это плохо. Блин, ну-ка. Отлично, защиту понизили. Давай-ка Рафаэльчика, наверное, попробуем все-таки убрать. Нормуль. Так, дебафы снял, а? Лео снял дебафы. Так, этот выжил. Ну-ка, на тебе. И добиваем Майки. Переходим на вторую волну с вами. Угу. Здесь ролевики. Надо начинать нам с Донателло. Постепенный урон повесили. Теперь будем делать дополнительную защиту. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тигр выжил. Удивительно. Опачки, мне нужно добить Донни, иначе он захилит всех. Все, я спокоен. Смерть с небес я, наверное, пока приберегу. А вот это, блин, давай попробуем Майки, наверное. Ай-яй-яй. Он делает массовую атаку. Очень хорошо пробил по тигру. Этот берет провокацию. Ну, я, в принципе, как бы не удивлен, если честно. Давай сделаем вот так вот баф. О, на Зека контратака. Это уже радует. Теперь нам нужно с тобой попробовать пробить Лео. Ну-ка, так, если есть. Теперь Рафаэль. И добиваем с тобой Микеланджело. Переходим на третью. Вот, оригиналы. Одни из самых тяжелых черепашек. Ну, как на мой так счет. И они все такие противные. У них удары очень мощные. Давай смерть с небес на Рафаэля. Так, Леонардо, вы прекрасно помните, да? Он провокатор у нас. Тем более, очень такой серьезный провокатор. Блин, я вот так-то не могу пробить. Дальше, наверное, слушай, не будем мы брать провокацию. Хотя, может быть, стоило, чтобы нам защитить нашего тигра. Его сейчас, наверное, распетрушат. Наверняка. Так. Ай-яй-яй, тигр буквально на соплях живет. Буквально, ребята, еще один удар по нему, и он все сдуется. Естественно, подлечить я не могу. И, скорее всего, вот на второй волне они его подобьют. Потому что здесь очень много массовых атак. Что у Рафаэля, Донателло у нас провокатор. Как быть-то здесь, не знаю даже. Заблокировать. Твою ж налево. Ну, тигр, снизим защиту. Провокацию беру на Рокзара, так уж и быть. Твою налево, смотри, что творит, а. Жесть какая-то, очень быстро распинали они. Потому что у нас защита еще здесь была вообще никакая. Волна. Окей, бомбочка. Так. Рокзар, держись, родной, не падай, пожалуйста. Нам нужно Лео с тобой чикнуть. Так, попробуем его добить. Добили.
что-то немножко лаганула игра. Что это за звуки? Ребят, короче, мы с вами здесь прошли. Ты это прекрасно все видишь. На 3 звезды тигра мы чудом с вами спасли. Но вот следующее, блин, нифига, 75 жетонов. Слушай, ну награды довольно солидные. А вот здесь, скорее всего, у нас вряд ли что получится, потому что 80 уровни, а у нас с тобой только лишь 3 героя 80 уровней. Эти все вообще не котируются. Придется, ребята, нам отступить. Здесь можно было бы пофармить, смотри, оригиналы и классика. Оу, слушай, вообще, вот эти мне не нужны, а вот остальные милости просим, да? Ну, давай зайдем в платиновый и посмотрим, что здесь. Ох, ядрить тебя на корень, друзья мои. Даже вот этого можно не брать. Слушай-ка, давай-ка попробуем с тобой пошалить здесь маленько. 3 волны, у нас топовая команда, просто имбовая. Что они тут, 70 уровня, что они хотят здесь против меня сделать? Да у них ничего не будет, никакого шанса, друзья. Жалко сюда не взять Усаги. Ох, было бы веселуха по полной программе. Так, сейчас, ну успокойся. Ну что, ну, на Рафаэля свои эти булавушки распетрушил, это ты, конечно, зря. Так, а здесь у нас Бакстер Стокман. Ну, давай, наверное, начнем с Сюриков. Угу. Дальше я на всякий случай поставлю уклонку. Ну, чтобы они не попали, если вдруг все выйдет из-под контроля. Лео, будь добр, а? Чикни их всех. Бакстер Стокман только выжил. Нет, ненадолго. И последняя, заключительная, 3-я волна. Так, у нас массовых атак, по-моему, не осталось, да? Ну, уклонение пока стоит. Это уже плюсик. Доп защиту. Кого пробить нам лучше? Ну, тут, в принципе, нужно и всех валить, если честно. И Рокстеди, и Тигра. Тинь-тинь-тинь, промахнулся, даже не попал. Так, а вот это плохо. Ну, хиляет, понятно, ребята. Делаем провокацию на Рафаэля. Отлично. Хиляться нам пока не стоит. Это незачем делать. Вот поджог, это плохо. Давай, Рафаэль. Нормуль так звезданул. Бомбой добьем его. Так, минус тигр. Так, саблезуб тут скочит. Доскакался кузнечик. А этот все пробирки свои бросает. То хиляет, то пробирки бросает. Отправляем его в преисподнюю. Так, ярость Рафа. И дальше начинаем валун. А, разбег. Я тебя умоляю, Рокстеди, ты даже не попал. Ну, добьешь, Доник? М? Добил, красавчик. Ребята, ну что, мы получаем награду. Это герб, или что там у нас? Сейчас посмотрим, кстати, что мы с тобой вообще здесь выбивали. Ну, я знаю точно, что нужны ингредиенты, да? Снаряжение клан Фуд. Так, и мы можем с тобой спокойненько здесь фармить вот эти гербы и вот это вот снаряжение клан Фуд. Тут также можно золотые осколки получить, 5 баксов и жетоны. Ну что, посмотрим на следующее. Вот тут уже немножко посложнее. 80 уровень, но я думаю, ребят, все равно мы с вами должны здесь завалить. Потому что все равно преимущество все-таки за нами. Да, Маузер начинает выделываться, как всегда, по стандарту. Отхил сделал, да? Ну-ка, Майки, давай уклоночку свою родную. Ну и понеслась. Будем их просто бомбить. Не хватает Усаги с его двойной атакой. Ай, было бы классно. Просто падали бы эти ребята, как осенние листья с деревьев. Так, ну-ка. Донни, слабовато ты бомбишь по маузерам, кстати. Очень слабо. Ну-ка, давай еще разок. Так. Добивай, Лео. И вот этого маузера тоже нам нужно чикнуть. Ну что ты делал? Хильнул себя. Ну и ладно. Это не столь страшно. Так, добивочный. Переходим на 2-ю волну. Так, ну здесь с этими ребятами лучше не шутить. Сразу начинать с тяжелой, так сказать, артиллерии, да? Минус 2. Троечка. Так, добьешь? М-м-м. Майки слабоват. Лео добьет, понятное дело. И остается Рокстеди. Давай так вот бомбой. Хе-хе, не зря качал я эту бомбочку бейсбольную. Так, а вот здесь у нас уже Шреддер. Так, наверное, нам нужно, блин, Шреддера вальнуть. Хотя и Бакстера бы не помешало бы. Упс. Добить надо его срочно. Так, Шреддер минус. Караечка плюется. Так, тигр попадет, нет? Попал, ослабил. Крис Брэдфорд. Оу-оу-оу.
Так, тихо, ребята, может, хорош уже тут, а, баловать-то? Ну-ка, сюриками. Этот будет маузер вызвать, я думал, волну. Друзья мои, у нас... О, хилка, отлично. Просто у Майки было очень мало жизни, и я думал... Да отвяжись ты, а, от него. Что он будет делать? Защиту доп вешает, да? Немножко сложнее будет сейчас попасть или пробить их. Мы тоже сделаем с тобой доп защиту. Че мы? Левый, что ли? Ага. Так, тихо, тихо, давай добьем. Да ладно, серьезно, что ли? Не получилось? Тихо, да успокойся ты. Блин, Майки опять у нас на волоске от смерти. Окей. Тигр, будешь падать? Упал. Контратаку вешает. Ну, в принципе, ребята, это уже не страшно, потому что Бакстера сейчас мы разберем с тобой. Остается вот это, да? Блин. Ладно, попробуем. Контратака, конечно же. Идет. Донни, давай. Чего он такой сильный-то? Ну да, защита, я не спорю. А так пробьем мы его? Да. Друзья мои, ушатали мы его. Криса Брэдфорда, а сейчас, по идее, наверное, будут уже 80-е или какие там, 90-е уровни. И, наверное, там нам будут кранты. Снаряжение клан Фуд я заработал. Смотрим, 90-е левлы. Да я даже не знаю, ребят. Я, конечно, сейчас попробую сигануть сюда, но мне кажется, это бесполезно. Слушай, ну нам надо было тогда фул команду брать, да? Я имею в виду и тигра. Так, здесь уклоночку, наверное, сразу. Уклонение придется юзать практически на постой. Ну и также хилку. Это я тебе точно говорю, потому что они 90 уровня. Промахиваться будут, наверное, очень-очень редко. Так, попробуем пока сохранить свои суперудары все здесь. Если они уже такие вот мазилы. Так, заблокировали способности у Майки. Это что-то. Провокацию, наверное, не будем брать на Рафаэля пока. А вот доп. Защиту, скорее всего, надо будет взять. Так, Майки, давай. Вот не хватает второй атаки, хоть ты тут тресни. Да не хочу я применять эту массовую, блин. Давай попробуем так, ага, минус один. Блин, бедные Майки. Так, давай теперь вот этого попробуем. И вот этого, да? Ага. Добей, Донни, ну пожалуйста, есть, красавчик. Все они Майки, смотри, бомбят, а? Все пытаются его уничтожить. Ну что, первую волну, я считаю, ребята, мы прошли с вами. Надеюсь, без потерь, Майки, не упадешь у меня, а? Там еще и Донни теребунькают. А Донни у нас по уровню самый слабый, да? Он 80-го левла. Майки-то 85-го, как бы еще держится. А вот Донни слабоват. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. А вот тут, наверное, уже будем применять с тобой... О, уклоночка созрела. Будем применять с тобой массовые атаки, чтобы лишний раз не рисковать. Начинает Донни. Ти, что это так... Провокацию берет. Ну, я тебе говорю, массовые атаки. Давай, Лео, отжигай. Так, Рокзар упал, провокацию лишились. Но у них есть Острозуб, он тоже провокатор. Он делает именно провокацию, а ты посмотри. Плюс пониженную атаку нам влепили. Твою ж налево. Так, давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот. Повысим, наоборот, атаку. И хильнемся. Лучше хильнуться заранее, ребят, потому что здоровье немножко... У нас уменьшилось. Так, это плохо, что на Доне контратаки нету. В любом случае, нам придется с тобой валить Острозуба. Отлично. Да отвали ты, а. Боксер, хорош. На тебе. Так, Крис Брэдфорд может проникающим добить. Оу, Майки, Да отвяжись ты, а. Блин, лечиться, что ли, да? Ну ладно, хильнемся. Потому что здоровье у Донателло, ну, ты сам видел, сколько мало. Ты достал уже, а, атаковать его. Блин, возьму провокацию нафиг. Он заколебал, серьезно тебе говорю. Все лезет и лезет на него. Что у него такая офигенная инициатива? Откуда? Объясни-ка мне. Блин, боюсь Донни потерять. Так, массовых атак у нас с тобой нету? Нету. Поэтому начну, наверное, с мухи. Так, тут и Шреддер хиллер. Тоже не стоит... Воу-воу-воу, сейчас, по-моему, упадет, да? Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Ну, печалька просто. Слушай, тут и Рафаэлю как-то не сладко. Смотри, что делают.
Да хорош. По-моему, жесть, друзья мои. По-моему, будет жесть. Минус Рафик. Господи, бедняга Рафаэль, а. Ну и что, у меня остается Лео. Он... Они задолбали хилять друг друга, а. Муха еще тут выделывается. Надо ее укокошить просто-напросто. Тынь-тынь-тынь-тынь. Постепенно повесилась. Оу. Нет, ребята, тут что-то какой-то разбор полетов вообще занебесный. Несмотря на то, что мы с тобой даже сотого уровня, все равно нам достается. Трындец. Ну-ка посмотрим, сколько у них отнимется здоровья. Вот если бы у нас был бы с тобой доступен сразу бы вот этот удар, да, вертушка. И потом еще что-нибудь сделать, и они бы, наверное, упали бы. Но в этот раз нас, наверное, да, ушатают. Ну, ничего, ребята, не... я хотел, пытался, но, как видишь, на последней волне мы с тобой сдулись, к сожалению. Ну что же, у нас все остальное пройдено с вами, да, и нам остается лишь поиграть на арене. У нас с тобой 49 жетонов, у нас с тобой почти 600 долларов и 5 откатов. Ну, поехали. Начнем вот с него. Давай, Лео, возвращайся, нам нужно по-любаську наверстать очень многое. И будем, наверное, играть с 50-х уровней. Начинать. Но тут 67-е тоже очень-очень опасно. Все зависит, опять же, от Лео. Как он сейчас тут себя поведет, как он отыграет. Ну ладно, предположим. Сейчас будет ходить Донателло. Ванька бросает бомбу. Гранату, точнее, да? Хорошо, что он в Лео ее кинул. Это как бы нам дало небольшое как преимущество. Кунаичи, ну-ка, брось свой веер. Ти. Ну, а ты? Нет, это что-то вообще, ребят, не котируется. Минус. И Донни тоже, ребята, минус. Выиграли за счет Леонардо. Леонардо всю команду эту спас. И вертушку сделал, плюс еще два добивающих удара. В общем, ему респект, как всегда. Ну, а мы с тобой, наверное, нет, не вернулись в Лигу Мастеров. Вторая позиция. Но мы продолжаем. Так, меняем с вами. Нам нужно 22 кубка минимум, чтобы было. Во. Дмитро. Ну давай Дмитро, так Дмитро. 67 уровень. Так, Армагон, подожди маленечко. Пока несусь. Раз, два, три. Хотя, наверное, нам надо будет для подстраховки взять с тобой нейтрализатора. Именно с его гранатометом. 67 уровень так легко не пробить. Даже Леонардо. Хотя, казалось бы, такое преимущество, да? Ну-ка, давай глянем. Тут еще кролики эти. Так, двоечку мы уронили. Тихо, тихо, тихо. Блин, удар. По кому прилетит? По самому слабому, 100%. Опс. Так. Блин. Если я просто сделаю этот удар, я боюсь, Майки упадет после удара сплинтера. Твою ж налево, а. Друзья мои, ну что ж такое-то, а? Потеряли бойца, соответственно, кубков получим меньше. Но в любом случае мы с собой переместимся в Лигу Мастеров. И, наверное, где-то будет 91-я или 89-я, 88-я позиция. Ну, это по моим расчетам. Посмотрим. 94-я. Да, кисло. Ну что, 22 кубка у всех. И мы с тобой, наверное, возьмем Рейлин. Ну да, давай Рейлина возьмем. Так, Донни, подожди. Но тут уже, я не знаю, ребята, стоит ли вообще отыгрывать полтинники. Так-то, по большому счету, стоит. Но у меня их тут так много, что просто не хватит. У меня откатов для Леонардо. Но можем купить. Об этом тоже не забывай. Но зачем? В пятницу. Я понимаю, если бы у нас было бы воскресенье, да, и завтра был бы откат, обновление недели, тогда да, я бы мог еще подумать. Но сейчас лучше мы с тобой подкупим денег, да? И... бомбанем. Так, а я как работаю? Завтра я в ночь. А завтра у нас суббота, воскресенье в ночь. То есть в понедельник я буду после ночной смены. Как раз у меня будет время для того, чтобы сделать финальную жирную точку. Окей, посмотрим. Так, 82-я позиция. Отлично, отлично, пока идем. Здесь, наверное, мы возьмем с тобой Андрюху. Нет, нет, возьмем Марка.
Возьмем с тобой Марка. Возьмем обратно Леонардо. Также я, наверное, сюда возьму Тигра, Карайку, Паукуса и Ваньку. 50 уровней, ребята, у нас будут пока отдыхать. Ну что, эта команда должна, в принципе, довольно легко справиться. А Лео начинает и остается последний. Ну, Карайка, я тебя умоляю. Не могла добить, что ли, его? У него там хп на расплюнуть, и все, он бы раздулся бы. Ну, видишь, слабоватый удар у него. Без прокачки они все слабенькие. Так, ну, мы с тобой двигаемся дальше. И я думаю, 75-я, 74-я. О, 70-я позиция, отлично. Здесь все абсолютно одинаковые, поэтому я возьму Марвелов. Ёпрсоте. Да, именно его. Так, и давай, я возьму Сплинтера, возьму Змею Карай, Тимати и Зек. Ну, я думаю, что все, тут песенка спета. Зек бросит бомбу, Лео вертушку и классика жанра. Тут ничего другого не придумаешь. Ну-ка, давай. Падают листья, да? Так оно и вышло все. Значит, мы с тобой двигаемся дальше. Мне бы, конечно, на полтиннике бы остановиться, было бы хорошо. Завтра перед работой еще поиграем с вами маленечко, да? Попробуем укрепить позиции наши, чтобы все было четненько. Так, а если я, например, поменяю? Дадут мне 23? Или нет? Кубка. Нет, только 22. Вот почему у них такая вот фигня? 22 кубка и все, и хоть ты тут что делай? Не хотят давать мне. Ладно, ребята, давайте, наверное, возьмем с вами Ахмеда. У нас с вами что, последний откат был? Твою ж налево. Последний откат, он никогда не радует. Но остается нам еще один бой. Это имба пойдет. А пока разберемся с Ахмедом. Ну что, Лео, ты готов? Давай, вжаривай. Так, только одного подбили. Ну, Армагоша, я тебя качал, будь добр, отомсти. Четенько все. Плюс у него срабатывает броня. Ты заметил, как часто? Раньше она могла сработать, могла нет, а сейчас еще чаще. То есть прокачаем еще, если разок, то еще чаще она будет срабатывать. То есть будет у него, как говорится, как это назвать, не предсмертный хрип, а дополнительная жизнь, что ли. Дополнительный удар или сопротивление дополнительному удару, как-то так. То есть его будут бомбить, у него снимется в начале броня, а после уже будет тратиться хп. Ой, подожди, у меня уже по привычке. Ну что, да, остается последний бой вот именно этой команды, и никаких проблем вообще не будет. Ну а дальше я пойду, наверное, копить телепорты, отбивать. Ну а вы можете отдохнуть, ребят. Кстати, на втором канале сегодня выйдет, ну, точнее, не сегодня, как бы я буду выкладывать сегодня, а вы уже, наверное, посмотрите завтра, но это на втором канале, финал игры Sunset Overdrive. Причем довольно прикольный финал, мне понравилось. И такой тонкий-тонкий намек, что когда-нибудь должна будет выйти вторая часть, но я почему-то сомневаюсь, что она выйдет. Так, ну-ка добьем. И также очередная серия по этому, Армия Зомби 4 вышла. И я тебе скажу, что там очень жестко. В этом подземелье с этими шахтерами там люто. Приходилось не один раз переигрывать. Ну что, ребята, наверное, мы с вами на этом будем закругляться, да? Неплохой у нас с вами результат, 35 место. Хотел я пойти еще пройти этот смятение из другого измерения, но я думаю, что мы оставим это на потом. Завтра еще пройдем испытание, да, нам останется всего лишь 2-3 этих уровня. И здесь быстренько добьем. Дальше уже посмотрим, что у нас там получится. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!